Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Ньюкасл атакует через фланг, там свободно. Момент для удара. Прекрасная игра защитников штрафной. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодняшнего матча? В середине таблицы расположилась команда. Сезон заканчивается. И что, надо бы попрощаться с болельщиками парочкой красивых побед. Да, это совсем не точно. Это может быть опасно. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Перейра. Жерар Деолофео. Деолофео. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Это может быть опасная атака. Просто потрясающий ударище! Точно так же, как ты меня сейчас шокировал, он шокировал всех и голкипера, и болельщиков, и, похоже, тренера. Откровенно зазевался голкипер, хотя и мы тоже не были готовы к такому повороту событий. Пушка страшная, мощнейший удар. У вратаря просто не было шансов. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. 1-0 в нашей игре. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Теперь в атаке соперник. Андре Карильо. Жерар Деолофео. Хороший вынос мяча из штрафной. Хосе Халемос. Дэрил Янг. Трой Дини. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Сыграно-то точно, а вот стоило. Сравнивать нужно! И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. После ответного мяча у нас 1-1. Может получиться интересная атака. Хосе Халемос. Янман. Жерар Деолофео. Проникающая передача вперед партнерам, но защитник прочитал. Свисток арбитра, игра рукой. Себастьян Прёдель. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Со второго этажа прямиком в аут отправляется мяч. Опускается глубже в поисках мяча. Тащит мяч вперед он. И это удар. Спасает голкипер. Пенальти. Ли
Лишнее подтверждение футбольной истины. Пенальти – это еще не гол. Деулофео. Это может быть опасно. И навес на блин. Голкипер отбивает мяч. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Есть шанс развернуть контратаку. 3 минуты добавлено к основному времени. Опасно! Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось.